Да, первопрепятствие. Но это такое, этот самый, слабенькое препятствие. Скоро будет самое основное. Вот там будет серьезно. Все, преодолели. Места здесь глухие, можно сказать, реликтовые. Народу ходит немного. Поэтому мы собираем практически без конкуренции. Вот. Три штучки, да? Я пока два вижу. Надо же, прям перед этим самым, под деревом упавшим. Вот какие они. Ой, какая класс. Какой класс, а? Вот она. Ну-ка, не прячься под листиком. О, супер. А он третий. А третий, его еще не видно. Сейчас я его там засниму. А третий не хуже, чем эти два. О, какой он. Мне очень нравятся эти такие толстоногие. Вот они. Ножка толстая. А! Красавец какой, а! Так, ну чего, режем. Этот явно мне не выкрутить. Он приростом. Хотя, может быть, нет, прочно сидит. Придется срезать. Так вот. Так, этот тоже мы не прокрутим. Нет. Ух ты. Почесал нос, упал раздавленный комок. Ой, нет, придется резать. О, красавчик. Так, а вот этот прокручивается хорошо. Да? Еще один нашел. А вот мои три богатыря, которые я срезал. Да. А вон там вижу еще четвертый даже стоит. Вот он. Сейчас мы, по-моему, он, да? Да, вот он четвертый. Ох, это тоже из этого же семейства. Вот он какой толстенький. Толстенький выкручивается. Хорошо. О. Вот, это четвертый. Ух. Еще бы денек, у него бы шляпочка раскрылась. Вот они. Вот они. Из одной гребнички. Одна гребница была. Красавцы. Вот это начало июня. Я не знаю, сколько ты кричал. Вот пока я срезал эти все, вот Вовка тут уже вовсю ищет. Вот у него тоже. Ну слушай, ну такое бурное начало лета. Это просто потрясающе. Сейчас вот три штуки. Три, а может и больше там. Ну-ка. Надо листья поднять. Да. Так-ка мы поднимем сейчас. А переведи вот сюда. Сейчас посмотрим. Вот они три стоят, красавчика. Ага, вот сюда переведи. Да. Так. А вот туда, если посмотреть. О! Слушай. Ой, какой класс. А там-то еще дальше. Вон они. Вон они стоят. Пачки грибов. Вот они. И листиками закрываются. Вон они, красавцы так, какие. Этих я вынул. Ну-ка. Этих я вынул. Ага. Этих я сейчас обрежу. Но мне даже положить некуда. Я там оставил. Резать? Рви их. Да я не буду резать, я их просто выну. Ты выкручивай их. А. Выкручивай. Ну что ты ломаешь их? Выкручивай. Славник. Грибница ломается у да, них. Слав. Ну что ты меня? Вот так есть. Корзинку кладем и вокруг них собираем. Да. Это ты говоришь не все еще, что ли? Так вот здесь ты был. Где еще? Ты первого, так вот.
А, первую я уже, да, где-то ты здесь. Ты его снял? Нет, не снял. Не срезал? Нет, где-то здесь. Ну вот возвращаться надо назад, чтобы его увидеть. Вот грибы, вот они стоят. Вот этот вот не видать. Вот этот я сейчас сорву. И вот этот вот, вот смотри, ты идешь вот. Да. Видишь? Вот, а вот там у меня... Тоже, это, подожди, это что у тебя? Это я сорвал. А вон еще один стоит да там. Да, Слав, вот у меня там сейчас, этот я не рвем, этот сейчас будет видно. О. А куда ты еще проходишь? Вон еще там сзади тебя. Да. Да вот, вот смотри. Да, вот, да, вот, да. Вот, пойдем, ты проходишь, пойдем. Ты проходишь, его. Ты проходишь, а вот они я и стоят. Я не прохожу, Слав. А чего? Где у меня этот, сейчас, возьмем. Так у тебя еще что ли там? Да я тебе про ракурс говорю. О, елки-палки. Моя это самое. Ой, тут сейчас, это самое. Подожди, где тут еще? Вон рюкзак. Сверху, да? А потом вот наклоняйся вниз. Сверху ничего и не видно. И под папоротники. Так, под папоротники смотрим. О, стоят. Стоят. И вдаль, смотри там. Под папоротником видишь? Стоят. Где там вдаль-то? О, вот они. Так вот. Похоже, мы настолько уже принаглели, что некоторые некоторые подосиночки мы уже просто не берем. Смотрим, если большой, то мы его оставляем. Я уже не говорю о подосиновиках. Фу, о подберезовиках. Подберезовик это, конечно, рангом меньше гриб. Вот, и мы их оставляем. А здесь вот ходишь в лесу, как в супермаркете. Так, выбираешь товар. Этот возьму, этот не возьму. Вон еще один стоит. Вот и выбираем. Вот этот большой будет. Вот если бы таких больших не было, мне бы корзинки бы хватило. А так как попадаются такие большие, ну тут никакой корзинки-то уже и не хватит, ведь вот они, парочка, которую я только что срезал. Вот, вот в таком лесу. Кстати, вот там еще, по-моему, что-то. Сейчас посмотрим. По-моему, точно. Или это подберезовик? Нет, нет, это тоже подосиновичек. Вот он, вот он, красавчик. Прокручиваться, пока везет. Вот они трое. Вот уже три. Ну, сейчас, если смотреть, тут еще будет и еще будет. Ладно. Вон опять вижу гиганта. Ну, этот, конечно, мы брать не будем. Куда он такой? Вот тут, куда он такой здоровый-то? Вот. Тоже вот, как рука. И вот он больше ладошки в три раза. Вот тут маленький растет. Вот это можно взять. Этот, конечно, шикарненький будет. Вот он. Какие они все красивые, а? Да еще если учесть, что это первые грибы в этом году. Это просто на 5 с плюсом. Ну-ка, удастся мне выкрутить его? Нет. Этот придется резать. Да ножка еще у нее изогнутая. Ходит куда-то там глубоко. Не удалось качественно срезать его. Ну ладно. Часть ножки все-таки осталась внизу. Ну как получилось? Это самое. Опа, нашел. Издалека увидал. Так их издалека, их видно вообще. Два подберезовика вот здесь огромных. Я к ним подошел. Ну подберезовики, ну загнулись. Один может и боровик,
А вот эти шел, вот под березой, к ним шел. Вот этот, как не увидеть его за 50 метров? Он стоит открытый, никуда не прячется. Ой, там немножко загнуто, но выкручивается. Немножко загнуто. Ух ты какой. О, он как красавец, длинноногий. А сзади меня еще один он тут стоит. Вот он. Слушай, ну такие красавцы. Самое главное, все толстоногие. Замечательно. Вот парочка. Вот желаю всем такой грибалки. Пока я под березовики тут рву, смотрел, выбирал. Ну вот. Это. Просто идеально. Вообще. Идеально. Шляпочки какие. Да. Но это еще раз говорит о том, что на подберезовике не надо отвлекаться. Да. Когда тут такие стоят. Угу. Вовка продолжает копать. Корзина уже полностью закончилась у него. Не, уже... не закончилась. Я просто не переложил. Да. Там еще можно класть. Да. А вот тут еще он стоит. Тут, ага, тут, этот я не видел, тут, этот рви. Тут, по-моему, не один будет. Рви. Там еще что-то, по-моему. Там рви. Прячется. Ножка какой рви? Это твой гриб. Да где мой-то? Да, мои сейчас впереди будут. Как, каждые 10 метров гриб. Сейчас что-нибудь еще найдем. Комарики только постоянно атакуют. Если бы не мазь, которую мы используем, не прыскалка, тогда бы был бы нам точно конец. Это тоже не выкручивается. Сейчас мы его выкрутим. Гул такой постоянно стоит, как комариный. Ой. Тут он еще торчит под этого. И вдали толстенький. Как они красиво растут, а? Покажи ты его. Ну. Вот, да. Тут поселился замечательный сосед. Слизень. Вот так вырежем. Ну, зря так. Ну, ладно. Лизень. Да. Ну, он не компактный, я ему ножку отрежу. Я бы их и не увидел, если бы ты бы здесь не сидел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть получается в кучку. Вот, смотри. Если так. Угу. Как ты их вырываешь все-таки этот самый? Слав, бесполезно. Я тебе говорю, вывинчиваешь ты, не вывинчиваешь. Вот я тебе против белоголовики говорю. Так, все, перекрыли. Наверное, здесь, как и в Тимошкино, в конце августа, можно снимать грибалочку онлайн. Только там, конечно, подосиновички растут в другом месте, в других условиях. Вот, не как здесь. Здесь, можно сказать, такой махровый настоящий лес. Там перелесочки, березки. Вот, но здесь совсем другое. Но результат, в принципе, тот же самый. Можно временами снимать онлайн, не выключая камеру вообще. Да. Что-то не очень мощная волна идет. Я что-то первый раз встречаю такую мощную волну еще в начале июня. В общем, год начался очень бурно. Вот. Чтобы было столько боровичков, столько подосиновичков,
Вот. Что-то я не припомню. Видно, все-таки влажности им хватает. Они так начали бурно расти. Гриш, вот ты ушел вперед, а я 21 штуку за раз, да? Ну, здесь тоже вот, вот они растут. Вот, можно не отрываться. Вот такие выцвевшие. С выцвевшими шляпками подосиновики. Вот они, без конца здесь. Можно прыгать от одного к другому, от одного к другому. Вот они, очень похожи на подберезовики. Но все-таки это подосиновички. Но какой-то сорт у них. Выцвели шляпки совершенно белые. Вот, и даже какой-то момент мы засомневались, что это все-таки подберезовики. Но на самом деле просто с выцвевшими шляпками подосиновики. Вот тут еще тут, я смотрю, вот он растет, белый головечек такой. Все-таки это подосиновики. Вот, вон они. Их много. Все на срезе синеют, как и полагается, подосиновикам. Ну, можно прыгать и прыгать к ним тут. Вот реально, вот сейчас я вижу только штук 15. Ну, я, наверное, не буду все снимать. Надо пора уже их, наверное, и срезать. Ладно, сейчас срежем. Вот они, синеют. И все-таки это подосиновичек. Хотя с виду очень похож на подберезовик. Очень похож. Вон они везде растут. Но такого года обильного, чтобы так резко начинались грибы, я что-то и не припомню. Вот самое поразительное, что грибки-то и не прячутся. Вот как их можно пройти, когда они вот так вот стоят? Вот они. Все в таком лесу. Ну-ка, сейчас мы его выкрутим. Вот, хоть и большой, но он все равно молоденький. Вот такой грибочек. Супер. Вот сейчас переукладочку. Переукладку борович этих подосиночков. Моя прелесть. Ну, по новой нужно будет укладывать, потому что вот по новой. А ты плохо чистишь корешки. Ну да. Вот это все почернеет и будет неотличимо, где грязь, а где мусор. Укладочку по новой делаем, чтобы уместилась в корзину. Хотя это, в принципе, нереально. Потому что уже и пакеты заняты. Нет, все. Если ногой надавить, то в месяц. Да. Ну, в общем, вот так как-то.